Дим, уверенная победа? Ну, такая, не очень уверенная, но да, с нормальным запасом. Контролировали ситуацию? Слушай, немножко в третьей четверти потеряли, потому что мы на пульсе, они на парке, как раз они захотели выиграть. Немножко спортивной злобы появилось. Вот сейчас итоги этой спортивной злобы мы видим. Вот, но в целом, да, как бы тут история того, что выиграли больше на классе и на опыте. То есть парни моложе, но мы опытнее. Молодцы, поздравляю. Спасибо.